Уважаемые коллеги-аргонавты, почему мы, медицинские представители компании AdMedicine, практикующие врачи, для себя, для своих знакомых и близких, для своих пациентов в самых разных ситуациях, когда речь идет про профилактику, когда речь идет про коррекцию состояния при каких-либо заболеваниях, когда мы проводим анти-эйдж программы, программы сохранения молодости, активности, долголетия, почему мы предпочитаем именно коллоидные фитоформулы компании AdMedicine? Для этого есть несколько очень веских причин. Во-первых, коллоидные фитоформулы компании AdMedicine – это универсальный продукт. Что мы вкладываем в это понятие? Универсальность. Если внимательно посмотреть на составы, коллоидные фитоформулы будут понятны любому грамотному доктору. Все ингредиенты, все основные составляющие прекрасно описаны в научной литературе, прекрасно описаны в справочниках, в учебниках. Поэтому любой доктор может применять коллоидные фитоформулы в своей врачебной практике. С другой стороны, коллоидные растворы безопасны и эффективны. Поэтому любой человек, который не имеет специального медицинского образования, также может их использовать для себя, для своих близких в самых различных ситуациях. Универсальность. Коллоидные растворы предназначены и для врачей, и для тех людей, у которых специального образования нет. Во-вторых, коллоидные растворы уникальны. Они созданы по уникальной технологии, которая была разработана нашими коллегами из Великобритании. Технология создания коллоидных фитоформул была создана специалистами Бристольского университета. Это абсолютно уникальная технология, которая позволяет в коллоидной форме получать витамины, микроэлементы, нутриенты, экстракты из лекарственных растений. В мире есть компании, которые умеют в коллоидном виде получать, например, микроэлементы. Но микроэлементы, витамины сочетать именно с экстрактами из лекарственных трав – это ноу-хау компании AdMedicine. Это уникальная технология, защищенная международным законодательством, получение коллоидных растворов на основе лекарственных растений. Что дает такая технология? Коллоидные растворы обладают очень высокой биодоступностью. По своим свойствам, по своей структуре, коллоидные растворы очень близки к внутренним средам организма. Кровь, лимфа, внутриклеточная, внеклеточная жидкость – это все есть коллоидный раствор. Поэтому коллоидные растворы очень легко проникают в организм через слизистые оболочки, очень легко усваиваются. Используя в своей практике коллоидные растворы, мы точно знаем, что порядка 98% биологически активных соединений будет усвоено, поступит в организм, поступит к клеткам, к межклеточному пространству и окажут свой эффект. Коллоидные растворы дают нам колоссально высокую биодоступность, что определяет чрезвычайно высокий эффект. Кроме того, такая высокая биодоступность позволяет нам получать эффект быстрый. Если, используя различные экстракты из лекарственных растений, раньше, когда не было коллоидных растворов, приходилось настраивать пациента, что эффект будет через несколько дней, а то и недель, используя экстракты из лекарственных растений в составе коллоидных форм, такое предупреждение делать не нужно. Коллоидные растворы дают очень быструю отдачу. Очень быстро пациент ощущает эффект от воздействия коллоидных фитоформул. Это буквально несколько дней, а иногда даже несколько часов. Кроме того, коллоидная форма дает нам эффект очень длительный, пролонгированный. Пропив курс коллоидных растворов, эффективность их сохраняется в течение достаточно длительного времени. Органы, системы, на которые мы воздействовали, эффективно работают, эффективно справляются со своими функциями. Далее, обратите, пожалуйста, внимание, что коллоидная форма позволяет нам получать многокомпонентные продукты. В состав каждой коллоидной фитоформулы входит более десятка ингредиентов. Почему это очень важно? Потому что, когда мы используем несколько различных ингредиентов, мы воздействуем на несколько разных звеньев развития той или иной патологии. Приведу вам такой пример. Когда речь идет про заболевания суставов, артрозы, коленные суставы, остеохондроз позвоночника, тазобедренные суставы, для того, чтобы добиться максимально выраженного эффекта, нам нужно укреплять хрящ суставов, нам нужно укреплять связочный аппарат, нам нужно уменьшать воспалительные и болевые ощущения, нам нужно улучшать качество внутрисуставной жидкости, чтобы легче двигались суставы. Все это несколько различных средств. Но на самом деле я перечислил вам свойства только одной формулы, которая называется артрокомплекс. Ингредиенты, которые действуют и на хрящ, и на связки, и на внутриклеточную жидкость, уже входят в состав
используя коллоидные фитоформулы, мы можем не использовать таких обширных курсов, взять одну формулу, которая действует на несколько звеньев. Это заложено при ее создании. За счет многокомпонентности могу вам сказать, что применение коллоидных фитоформул экономично. По своей стоимости коллоидные формулы гораздо дешевле, чем брать такой комплекс из нескольких различных продуктов. Хочется обратить внимание, что все коллоидные фитоформулы выпускаются в Соединенных Штатах Америки на фабриках, которые соответствуют самому строгому производственному стандарту GMP. GMP – это самый строгий современный стандарт. По нему выпускается в основном фармакопейная продукция, фармакопейные препараты. Это очень четкий стандарт, который подразумевает четкий контроль за качеством ингредиентов, за технологиями, за качеством конечного продукта. Именно по такому самому строгому стандарту выпускаются коллоидные растворы компании Edmedicine. Отдельное внимание компания Edmedicine уделяет качеству ингредиентов. Всегда, когда создаются коллоидные фитоформулы, используются ингредиенты самого высокого качества. Приведу вам несколько примеров. Все вы слышали о таком очень мощном антиоксиданте коэнзим Q10. В нашей стране его по-другому еще называют убихинон. Но открою вам небольшую тайну. Существует две разновидности коэнзима Q10. Убихинон и самая последняя форма – это убихинол. Убихинол – более эффективная форма. Она почти в 4 раза имеет более высокую биодоступность, более выраженный эффект. Поэтому в основном в Европе и в Соединенных Штатах Америки используется эта новейшая форма – убихинол. К нам в Россию фирмы-производители в основном поставляют убихинон, менее эффективную, устаревшую форму. Всегда, когда вы используете продукцию компании Edmedicine, и там содержится коэнзим Q10, это всегда убихинол, так как это принято во всем мире. Самая эффективная на данный момент форма. Все вы слышали о таком растении, как гинкго билоба. Ее экстракты очень широко применяются в самых разных областях медицины. Гинкго билоба улучшает кровоток, улучшает микроциркуляцию. Но мало кто из вас знает о том, что гинкго билоба должна быть очищена перед использованием. Неочищенные экстракты гинкго билобы содержат гинколевые кислоты, которые могут повышать артериальное давление, внутричерепное давление. В основном к нам поставляются в Россию экстракты гинкго билобы вот этой самой низкой степени очистки. Когда вы используете коллоидные фитоформулы компании Edmedicine, в чей состав включена гинкго билоба, это кардиосаппорт, это Brain Booster, там всегда использован экстракт гинкго билобы наивысшей степени очистки, который не имеет таких противопоказаний, как высокоартериальное, внутричерепное давление. Даже напротив, высокоартериальное давление – это сфера применения наших коллоидных фитоформул. Самый высокоэффективный, самый очищенный экстракт гинкго билобы использован в составе наших формул. Ну и отмечу еще один очень важный момент. Всегда, когда мы используем коллоидные фитоформулы, они всегда строго стандартизованы. Что такое стандартизация? Мы всегда четко знаем, сколько биологически активных соединений человек получает, используя наши формулы. Строгая стандартизация – это четкое содержание, очень точное содержание биологически активных соединений. На наших упаковках вы, наверное, видели, что все экстракты имеют определенный процент и очень точное содержание биологически активных соединений. Я бы обратил внимание на ту информационную поддержку, которую оказывает компания Edmedicine консультантам компании Argo. Все, что я вам рассказал про коллоидные фитоформулы и даже больше, вы можете найти на нашем сайте edmedicine.ru, вы можете прочитать в наших справочниках, вы можете прочитать в нашем журнале «Доктор Эд». Вы можете найти в наших брошюрах, посвященных самым разным проблемам, самым различным заболеваниям. Наиболее оптимальные, наиболее эффективные сочетания коллоидных фитоформул вы также можете найти в специальной брошюре. А кроме того, существует специальная сеть информационно-аналитических центров компании Edmedicine. В Москве, во Владивостоке, в Украине, в Казахстане вы можете позвонить по телефону наших центров, и вам всегда ответят практикующие врачи, которые имеют очень богатый опыт работы и в медицине, и с коллоидными фитоформулами компании Edmedicine. Успехов всем и здоровья, долгих лет жизни, коллоидного вам здоровья и активного долголетия.